Подлежащее. Чаще всего подлежащее выражается именем существительным, но может быть выражено и другими словами, а также сочетанием слов. Костюм. Это слово пришло к нам из французского языка. В переводе означает «обычай, привычка». То есть костюм – это повседневная, привычная одежда. И только гораздо позже слово «костюм» стало сочетаться со словами «театральный», «маскарадный», «водолазный», «купальный». Подлежащее и сказуемое связаны друг с другом по смыслу и по форме. Например, «бабушка приехала», «брат приехал», «гости приехали», «Оля слушает музыку», «ученики слушают учителя».